Взгляд Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину. Л. Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину. 5 марта 2019 года, 9.21 фото, Сергей Бабылев, ТАСС Текст, Алина Назарова. Для сохранения транзита газа в европейские страны через территорию Украины после 2019 года придется выполнить ряд условий. Реализация проекта Северный поток-2 не препятствует этому, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Мы дорожим своей репутацией надежного партнера и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объеме, заявил российский премьер в интервью Luxembourg Award. Он пояснил, что Северный поток-2 снижает транзитные риски и является дополнительным, а не замещающим маршрутом поставок. Доля российского газа в газопотреблении ЕС сейчас составляет около 30%, и Северный поток-2 эту ситуацию кардинально не изменит. Он будет обеспечивать только часть необходимого Евросоюзу импорта, причем по более стабильному и более дешевому, по сравнению с существующими, маршруту. Это прямой выигрыш для европейских потребителей, отметил премьер, передает РИА Новости. В то же время Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий. В первую очередь, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями. Кроме того, важны выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка, пояснил премьер. Он также отметил, что в последние годы поставки российского газа в Европу растут. Причиной тому стали снижения добычи на старых месторождениях в Северном море частичный отказ от угольной и атомной электрогенерации, необходимость подстраховывать возобновляемые источники энергии, которые хотя и привлекательны с экологической точки зрения, но все еще не очень надежны с энергетической. Так что, думаю, и в обозримом будущем российский газ будет покрывать существенную часть энергопотребностей европейских стран, резюмировал Медведев. Между тем в понедельник глава НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Кабалев предупредил о перед страной угрозе потери всего транзита, так как «Северный поток-2» сделает украинскую газотранспортную систему невостребованной. Немецкая «Handelsblatt» ранее писала, что возможный отказ России от транзита газа через Украину после ввода в строй «Северного потока-2» может навредить отношениям Москвы с европейскими странами. В комментарии газете Взгляд немецкий политолог Александр Рар объяснил, что позицию противостояния России навязывают либеральные немецкие СМИ. Текст Алина Назарова.